лучшая подруга. С первого класса она меня избивала, унижала. Но с седьмого класса я поняла то, что мне это ничем не поможет. Терпеть я перестала. И я ее побила. С пятого класса у меня была лучшая подруга. Она меня унижала за спиной. Говорила мне плохие вещи в лицо. Я это просто держала в себе и игнорировала ее. Это очень сложная ситуация. С помощью агрессии, игнорирования ее решить невозможно. Я считаю, что данную ситуацию можно обсудить, обговорить с подругой. Но если это не помогает, совсем не стыдно обратиться к взрослым, к своим родственникам, к своим родителям или к психологу за помощью.